рассада томата-балеринка подойдет как для выращивания на дачных участках, огорода, так и для мелких фермерских хозяйств. Сорт интересен по ряду причин. Высокие, около 1,8 метра, кусты требуют подвязки. Можно придавать красивые формы. Обладает уникальными полезными свойствами. Не требователен в уходе. Небольшие грушевидные формы плоды томата-балеринка розово-малинового цвета обладают отменными вкусовыми качествами. Ягода содержит антиоксидант ликопин, тормозящий процесс старения и образования раковых клеток. Сорт подходит как для употребления в свежем виде, в салатных смесях, так и для цельноплодного консервирования. Рассада и семена томата-балеринка рекомендованы для выращивания как в теплицах, так и в открытом грунте. Томат обыкновенный Барбарини Семон – это травянистые. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в сосорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.